Сегодня уточненный проект плана госбюджета на 2015 год должен быть передан Еврокомиссии и Еврогруппе. Он включает в себя принятые новым правительством решения об изменениях в доходах и расходах бюджета на 2015 год. Доходы и расходы в минувшую субботу были увеличены на 0,6% пункта по сравнению с планом, который был утвержден 14 октября. При этом дефицит сохранен в размере 1% от ВВП. Как ранее пояснили в Минфине, если Еврокомиссия сочтет, что бюджетный план государства расходит с требованиями о регулировании фискальной дисциплины его могут завернуть, потребовав от страны-участницы его пересмотра. Рекомендации Еврокомиссии обязательно должны учитываться при окончательном утверждении бюджета стран-участниц Еврозоны.